Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский, очередная распаковка посылочек на моем канале. Сегодня у нас на распаковке два вот таких вот тубуса, пришедших нам с магазина, с площадки AliExpress. И внутри у нас в обоих находятся, скорее всего, стикеры или какие-то комнатные квартиры, предположительно заказанные для редизайна зала. То есть попробуем аккуратненько вскрыть, как-нибудь это дело моим тупым ножом. И по поводу доставки, то есть вот это вот шла около 2 месяцев, а вот это вот шла около недели. То есть нормальный такой разброс, ссылочки как обычно будут в описании. Ну и давайте поглядим, что у нас там внутри, как упаковано и как вообще отправлено. То есть здесь сразу видно, что здесь пупырка какая-то присутствует, и эта картина намного тяжелее. Здесь же мы видим просто пакет и завернутую в полиэтилен, свернутую одной резиночкой какую-то вещь. Внутри мы видим пенопласт, мерзкий пенопласт, очень осторожно нужно его достать. И тут мы видим стикеры миньоны, то есть вот так вот сломалась даже пенопластовая елда. Это берем ее в сторонку, смотрим. То есть здесь у нас такие вот миньоны присутствуют. Как бы плакат один, и видно, что у них есть формочки для подцепления, для выдавливания. То есть два таких чувака, два таких и один такой сонный. Ну что сказать, большой достаточно таки стикер. Еще здесь сбоку такие маленькие, общей компашкой. Так что берем его в сторонку пока что. Это значит, у нас был пак стикеров. Теперь у нас, значит, здесь картина. Но картина должна быть упакована получше, насколько я понимаю. Ну да. Попробуй доберись, называется еще. Да, там что-то очень большое, очень круто смотанное. Угу. Здесь реально видно, что это полотно. Ну, упаковано хорошо, даже в пупырку. Упаковано настолько хорошо, что даже фиг расчехлишь. Так, убираем это тоже в сторонку. Здесь у нас монтажный скотч, или вообще на пластырь похож материал какой-то. Отклеиваем. Ну, эта штука весит достаточно таки прилично. Здесь мы заказывали для зала картину, то есть набор картин, которые, ну как, составная картина, или как это назвать, которые состоят из нескольких частей. То есть такое полотно, хороший такой запах краски, очень тугое, то есть прям вот разворачивается оно очень с большим усилием. То есть когда повесят, будет общий вид видео в конце. И такой твердый тубус из плотного-плотного картона внизу. То есть вот так выглядит картинка. Давайте достанем другую, размотаем. То есть вот так. Здесь у нас, по-моему, какой-то город. Вот автобус какой-то. Ну, в общем-то, качество неплохое. Качество очень даже хорошее. То есть сам вот этот вот материал, он очень плотный, это не бумага какая-то там. Тут фонарные столбы какие-то. Галустян он там нарисован. Снова фонарные столбы. Ну, в общем, будет общий вид. Будет общий вид. И что сказать. Хорошие картины стоят сравнительно недорого. В магазинах у нас их продают в 5 раз дороже, а то и в 10. Ну и с вами был Александр Мордынский. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте
лайки под инстаграмчик, в группу ВКонтакте. Не забываем вступать. Всем удачи, всем пока.